Хотелось поделиться встречей с таким изданием, как открытки, раскраски, осенняя сказка. Семейное такое было раскрашивание. Столько нового узналось о семье благодаря вот этим открыткам, что, оказывается, члены семьи любят раскрашивать. Ну, старшие, я про мужа. Для меня было это открытие. Ну вот, ну, конечно, мы и раньше раскрашивали. Но вот чтобы вот так, так радостно за это брались вместе, так счастливо, это было впервые. И еще мне сильно порадовало в открытках это то, что припев первый пишется такими буквами печатными почти. А потом проявляется творчество. У меня ассоциировалось это, эти знания, они другого состава, нежели к которым мы привыкли запоминать, как это, в голове структурировать. А тут знания другие, знания между строк. Знания, это я так называю, может, своими словами, знания чувств. Так вот, когда ты рисуешь, раскрашиваешь с цветами, которые тебе созвучны, вот эти печатные буквы, ты как будто осваиваешь эти сердечные знания. А следующий куплет, ну, он как бы повтор, но уже проявляется сердечное творчество. И вот, и никак иначе, и это действительно так, и в сердце вот этот сердечные мудрости, сердечная красота, которая в этих открытках, она вот так вот пошагово проявляется.